Один на один с природой, а из помощников только компас и карта. Для одних такой расклад, как страшный сон, а для других – любимый вид спорта. Лучшие юные ориентировщики со всей России и даже из соседних стран приехали на соревнования в Челябинск. Всего около 900 участников из 36 регионов. Одни из сильнейших спортсменов присутствуют всей нашей страны, то есть именно первенство юниоры, юниорки, молодые спортсмены. Ну и, соответственно, тренерские штабы осматривают будущих звездочек, то есть, которые здесь себя покажут, то есть для участия в сборных командах. Три дня соревнований, три спортивные дисциплины – кросс-классика, кросс-спринт и кросс-эстафета. У юниоров была возможность повысить квалификационный ранг и даже получить мастера спорта. Выбирали лучших сразу в рамках первенства России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. Приятно видеть, что спортивное ориентирование у нас развивается. Это тот вид спорта, где важно иметь, наверное, не только быстрые ноги, да, но и быструю голову для того, чтобы быстро, оперативно принимать решения. Как говорят спортсмены, иметь нужно не только быструю голову, но и холодную. Это как шахматы на открытой местности, только комбинаций здесь бесконечное количество множеств. Ведь на каждых соревнованиях, особенно в других странах, спортсменам попадаются абсолютно незнакомые трассы. Во-первых, мы бежим по лесу, неизвестные нам прежде дистанции, поэтому все время есть какая-то непредсказуемость. Ну и, разумеется, это спорт. Ты все время испытываешь некоторое психологическое напряжение, чтобы пройти дистанцию максимально быстро и хорошо. Спортсмены рассказывают, что ориентирование влюбляет в себя навсегда. Ветераны приводят своих детей, создавая настоящие кланы ориентировщиков. На награждении чествовали не только победителей, но и ветеранов. Они получали фирменные подарки от компании «Макфа». Очень, очень интересный вид спорта. На старте вполне себе может произойти точно такое же мероприятие в виде дождя, и тебе придется бежать в любых условиях, справляться с собой. Это собой и представляет главный интерес. Несмотря на невозможность участвовать в мировых чемпионатах, спортсмены показывают высокие классы и выкладываются по полной на российских соревнованиях. Спорт продолжает развиваться. Следующие соревнования по спортивному ориентированию Челябинск примет в 2026 году. Марина Митрофанова, Андрей Грищук, 31 канал.